ударная комсомольская. Наша стройка. Мы здесь работаем. Еще вчера на этом месте под Дорогобужем на Смоленщине было поле. Сегодня строительная площадка, а завтра крупнейший завод азотных удобрений. У нас на стройке в основном молодежь. И Лида Голобурдова, и Валя Федотова. Все наши строители работают так, чтобы уже в будущем году продукция завода пришла на поля. Посмотрите, как растут корпуса будущих цехов. За год мы уложили около 7 тысяч кубометров бетона и сборного железобетона, 9 тысяч кубометров кирпича. Наш труд – ответ на заботу партии и правительства.